Сатурн, 18 июня 2019 год, Харьков, час 31 по Киеву. И все бы хорошо, ветра нет, но за 3 часа с момента последней съемки образовались у нас совершенно очевидные облачка. И ничего, даже через них как-то, через эти дымчатые облака как-то наводится фотоаппарат. Вижу я кольца Сатурна. Сейчас посмотрим на полную луну. Полнолуние было 12 часов назад. Но луна по-прежнему великолепна. Вот. Видно, да? Какой рассеянный свет. Ну ничего, грех жаловаться. За предыдущую ночь снято было предостаточно. Поставить так-то, подождать, пока луна сама в кадр зайдет. Долго ждать, благо, не придется. Вот тебе, пожалуйста. Да, как-то сегодня женщина, ну сегодня, вчера уже, вечером, в 10 часов женщина подошла, а я оплошал, подзабыл, сколько луна в диаметре, да, 3400 километров диаметр луны. О, какая-то пташка пролетела, ночная летучая мышь на фоне луны. В комментариях женщина тоже говорила. Видели ли вы движение на Луне? Вот когда такая мошка пролетает, летучая мышка на фоне Луны, создается полное впечатление, что это в атмосфере Луны. Происходит дело, которое у Луны, конечно, нет. Сейчас попробуем еще на Юпитер навестись. Так, а кратер этот, по-моему, белый слева, Аристарх называется. Опять же, если не изменяет мне память. Один из самых молодых, по-моему, так где видно по цвету, что наиболее молодой еще. Грунт солнечным ветром не облучен до серого состояния, сероватого. 60 миллионов лет, по-моему, возраст этого кратера. Наверное, он в свое время сильно удивил динозавров своим появлением. Так, ну что.
попробуем теперь к Юпитеру. Перейти плавненько. Вот он. Наш гигантище. Как неудивительно, если до Сатурна сейчас миллиард. Триста шестьдесят миллионов километров. До Юпитера, ой, как хорошо, с первого раза навелся. До Юпитера 640 миллионов километров, 641, в два с лишним раза ближе. Кроме того, Юпитер гораздо крупнее. Так, справа это у нас блестит спутник. Ай-яй-яй, опять позабыл Ио, потом Юпитер, потом Европа левее, Ганимед, и как всегда не видать Каллисто. Ну где-то должен мелькать, мерцать. Да он и мерцает только, едва-едва. Ну, в общем, с первого раза навелся. Юпитер — это очень хорошо. Редкий случай, вот тебе и дымка. Они будут нам неприятности. А все очень даже прилично. Да, вот Европа, Ганимед. А, вон Каллисто рядом. Они сидят втроем практически на равных расстояниях друг от друга. Так, ладно, это была первая попытка. Сейчас будем пытаться по новой все снимать. Потом выберем лучший вариант. А еще лучше выложу все сразу. Ну, а так будет хорошо. Для завершающего кадра. Час 39 по Киеву. 18 июня 2019 год, Харьков. 50-я параллель северной широты. По-моему, облачка чуть ниже опустились. Сейчас будем снимать по новой.